И снова здравствуйте, перед вами штраборез Hammer STR-150. С помощью двух дисков диаметром 150 мм он проделывает пазы в бетоне, кирпичной кладке и камне. Необходим для скрытой прокладки труб и электропроводки. Чтобы отрегулировать ширину реза, нужно установить одну, две или три междисковые шайбы. Чем больше расстояние между дисками, тем шире штраба. Теперь нужно настроить глубину реза. Она регулируется с помощью бокового рычага от 15 до 35 мм. Чтобы пыль не стояла столбом, подключите пылесос. У штраборезы есть специальный патрубок. Инструмент запускается плавно, без рывков. Соответственно, нагрузка на двигатель снижена, да и вам будет удобнее. Лезвия вращаются навстречу материалу, делая пропил быстрее. Отмечу удобное управление. Давление на инструмент распределяется равномерно благодаря двум дополнительным рукояткам. Инструментам комфортно работать в любом направлении, даже сверху вниз. Теперь, что касается безопасности. У штробореза есть защита от случайного включения. А при внезапной остановке диска двигатель отключается автоматически, что защитит обмотку.